По-маленькому все в памперс. Вот, говорить он начал недавно совсем, может быть, месяц. Сначала были вот только звук издавал я. Ну, он всегда издавал какие-то звуки. То есть он всегда говорил, а у него было такое, что где-то в полтора года он начал разговаривать, но потом он все забыл. Он начал разговаривать, он был совсем другим ребенком в начале, и потом где-то после полтора года, двух, он начал в себя уходить. А так он был внимательный, смотрел в глаза, откликался, когда с ним разговаривали, потом говорил слова, видел кошку, говорил «ка-ка». Ну, короче, он, ну, много, он был другим ребенком, потом все поменялось, в какой-то момент он начал уходить в себя. Значит, сейчас он постоянно говорит одно и то же «я», у него есть такое какое-то его слово. Иногда перестает говорить, недавно перестал, сейчас опять начал. Так вот, он говорит слова, если его попросить, он повторяет слова, иногда говорит по смыслу, например, если он что-то хочет, он говорит «питте» на немецком «пожалуйста». Ну, в основном вот это «битте», он говорит «или дай мне», там, иногда говорит по смыслу, вот. Везде ходим мы с ним за руку, потому что если его отпустить, иногда он не идет рядом, может убежать куда-то, то есть у него нет страха, что он потеряется, бежит, не знаю, если побежит, вернется ли обратно, не знаю, потому что сразу идем за ним, иначе может потеряться ребенок. Вот. На площадке детской играет, может играть долго, все, что хочет, типа делать, иногда, ну, иногда не убегает за ворота, в основном не убегает, иногда может что-то там, пом, голову приходит и начинается. Иногда шумит в автобусе, то есть выдает какие-то звуки, говоришь ему «не делай», он не реагирует. На просьбу не прекратить не реагирует. Дальше. Обучается. Обучается медленно, то есть это очень происходит все. То есть он обучаем, но очень медленно, его шаги происходят очень медленно, то есть